Доброе утро всем, кто смотрит канал Енисей. И сегодня вместе с художницей Настей Безвершук мы покажем, как сделать альтернативные шторы для вашей комнаты. Настя, доброе утро. Что нам для этого понадобится? Доброе утро, Юля. Для нашей декоративной шторки нам понадобится цветная бумага, клей, клей-карандаш, ножницы, карандаш, резинка, трафарет и нитки. Теперь нам надо в несколько раз складывать нашу бумагу. Для того, чтобы сразу мы по трафарету могли вырезать много цветочков. Ты складывай, и тебе надо будет нарисовать маленький, а я буду делать большой. Трафарет надо сделать самостоятельно. Можно нарисовать его на плотной бумаге, на картоне или на ватмане. Так, Настя, что дальше делаем? Теперь нам надо вырезать то, что мы обвели по трафарету. Вырезай. Настя, я маленький вырезала, теперь давай ты большую. Да. Тебе быстрее, наверное, получится. Итак, у нас готовы цветочки маленькие и крупные. Теперь нам понадобится серединка желтая. Трафарет для серединки не нужен, можно просто вырезать кругляшок любого диаметра. Дальше нам понадобится клей. Мы берем крупный цветочек, и к нему нужно будет два маленьких и две серединки. Теперь переворачиваем. А, с обратной стороны, угу. Да? Теперь можно вот так вот подогнуть те цветочки, которые в середине, маленькие лепесточки, чтобы он получился объемный. Очень удобно делать подобную работу всей семьей. Дальше нам надо эти цветочки между собой соединить. Мы возьмем для этого нитки, можем вот так вот обернуть. А, вот так. И так далее. Вот таких ниток с цветами можно сделать 5, 10, 20, хоть 30. Украсить можно квартиру. Нам, например, с Настей кажется, что они отлично будут смотреться на окне, радовать глаз и приносить весеннее настроение в дом.